Доброго времени суток, уважаемые участники Петербургского международного образовательного форума! Я рада приветствовать вас на педагогическом коворкинге «Качество образования будущего. Экосистема выбора. Смыслы, методы и ресурсы». Сегодня с нами коллеги из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Петрозаводска, Тюмени, Архангельска, Краснодара, Елабуги, Волгограда и других регионов Российской Федерации. На нашей площадке вместе с нашими партнерами мы представим вам инновационный опыт работы в сфере дополнительного образования и возможность участия в трех сферах с организационного пространства. Предоставляю слово начальнику отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, почетному работнику общего образования Российской Федерации Маяковец Марине Анатольевне. Добрый день, уважаемые участники форума! Рада приветствовать вас от администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Петербургский образовательный форум – это значимое событие в образовательном пространстве не только Санкт-Петербурга, но и России. Площадки форума – это пространство для дискуссий, обмена опытом, профессионального диалога ведущих специалистов в области просвещения. Фрунзенский район в 2022 году – инициатор проведения мероприятий на 27 площадках форума. Организаторами образовательных событий являются учреждения дополнительного образования детей, информационно-методический центр, школы, гимназии, дошкольные образовательные организации. Все они готовы представить свой интересный опыт по разнообразной тематике. Это и развитие эмоционально-творческой личности дошкольника, и его экологическое мировоззрение, формы работы с детьми с особенностями в развитии, актуальные вопросы воспитания, дополнительного образования и организации досуга учащихся. Состоится разговор о потенциале детско-юношеского спорта, цифровой трансформации, формировании функциональной грамотности и интереса к чтению, о профессиональном развитии педагогов и персонифицированном обучении. Участники форума представят уникальный опыт работы морских и кадетских классов. События педагогического форума поддерживают традиции петербургского образования, дают вдохновение и творческий заряд. Желаю всем участникам новых идей, результативных дискуссий и продуктивной работы. Удачи! Слово предоставляется директору Дворца детского и юношеского творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга, почетному работнику общего образования Российской Федерации Федоровой Ольге Васильевне. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать всех участников 12-го Петербургского международного педагогического форума на площадке нашего дворца. Сегодня мы приглашаем вас для участия в педагогическом коворкинге, едином пространстве для взаимодействия, поиска новых идей и решений по стратегическим вопросам развития системы дополнительного образования. Одним из приоритетных вопросов современной повестки является внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Сегодня вместе с вами мы будем обсуждать инновационные подходы в проектировании содержания и условий дополнительного образования детей, актуальные воспитательные и профориентационные практики, технологии проектной и исследовательской деятельности, организацию эффективного социального и сетевого партнерства всех участников экосистемы дополнительного образования. В каждом регионе подходы к формированию управленческих решений и реализации целевой модели имеют свои отличительные особенности. При этом актуальными для всех являются формирование новых управленческих механизмов, минимизация рисков для сохранения имеющейся системы образовательного и воспитательного процесса и традиций дополнительного образования каждого региона. Одной из традиций для всех систем дополнительного образования, несомненно, являются образцовые коллективы. Стоит отметить,
что их поддержка относится и соотносится с приоритетами концепции развития дополнительного образования в направлении работы с одаренными детьми. Тем более, что в Санкт-Петербурге теперь этот статус образцового коллектива имеет возможность получить лучшие коллективы всех направленностей дополнительного образования. В нашем дворце на сегодняшний день 9 образцовых коллективов. Каждый из них имеет свой уникальный имидж и подтверждает это звание высоким уровнем достижений обучающихся и профессионализмом педагогического состава. Для сохранения и дальнейшего развития этих коллективов, особенно в условиях персонифицированного финансирования, понадобится современная управленческая и методическая поддержка. Одним из механизмов внедрения портала дополнительного образования Санкт-Петербурга является навигатор дополнительного образования, открытый для доступа в Петербурге с января этого года. Сегодня более 2000 учреждений имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых. И большинство из них представлено уже в навигаторе. Наш дворец представлен 134 программами по всем направленностям дополнительного образования. И сегодня в пленарной части форума мы коснемся вопросов работы в этой информационной системе. Надо отметить, что для нашего региона, имеющего широкий спектр учреждений, реализующих программы дополнительного образования, актуальными механизмами внедрения целевой модели, несомненно, будет межведомственная интеграция и объединение ресурсов партнеров сетевого взаимодействия. Имея многолетний успешный опыт работы в статусе инновационной площадки федерального и регионального уровня по теме «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ и инновационных проектов в сфере дополнительного образования», мы убедились в эффективности технологий сетевого взаимодействия для повышения качества образования современного поколения наших обучающихся. Результаты сетевого взаимодействия и социального партнерства в процессе внедрения целевой модели нам только предстоит еще оценить в целом. Но сегодня в рамках проектного бюро вместе с нашими социальными партнерами и сетевыми коллегами мы представим свой результативный опыт. Социальная и экономическая трансформация требует пересмотра акцентов и логики всей существующей образовательной модели. Поэтому мы говорим об образовательной экосистеме, предполагающей иной подход к формированию и созданию среды для развития современного ребенка, основанной на взаимодействии всех заинтересованных сторон. При этом, несомненно, понимаем, что внедрение любых инноваций будет успешным при опоре на имеющуюся систему и сильные, а в нашем коллективе высокопрофессиональные педагогические команды. Так же, как и вы, коллеги, мы убеждены, что эффективное решение современных запросов возможно только при постоянном стремлении к профессиональному росту и открытости к профессиональному диалогу всех участников педагогических коллективов. Сегодня в рамках трех сфер коллабораций топ-дискуссии, проектного бюро, инструментальной мастерской вы познакомитесь с опытом нашего дворца и его партнеров по теме «Качество образования будущего», «Экосистема выбора», «Смыслы, методы, ресурсы». Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет точкой роста для реализации новых идей и проектов, как между учреждениями нашего города, так и между коллегами и организациями регионов нашей страны. Я желаю плодотворной и результативной работы всем участникам форума. Уважаемые коллеги, в мире глобальных вызовов и непрерывных изменений принято говорить о модели современного образования как экосистеме. В ней существуют разнообразные образовательные элементы и множество образовательных форматов. От вариативных программ и онлайн-курсов до приложений дополненной реальности.
Я передаю слово Суртаевой Надежде Николаевне, доктору педагогических наук, профессору кафедры воспитания и социализации Института педагогики РГПУ имени Герцена, заслуженному деятелю науки Российской Федерации. Образование будущего как экосистема. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно, что у нас в Санкт-Петербурге уже 12-й раз проходит Петербургский международный образовательный форум. Все больше и больше организуется дискуссионных площадок, где происходит столкновение мнений, выработка каких-то позиций. И это мероприятие, которое получило известность не только в России, в различных регионах России, но и за рубежом, можно назвать визитной карточкой в образовании Санкт-Петербурга. На современном этапе проходит много дискуссий, обсуждений, проблемы образования взрослого. Разные исследователи говорят о изменениях, которые происходят в системе образования, называют скорость изменения. Вот последние исследования показывают, что изменения, которые происходят в системе образования и различных других, происходит в 50 раз быстрее, чем это проходило, скажем, в 20 веке. И вот эти изменения, естественно, обозначают вопрос, а что нужно делать с образованием, каково образование будущего, каковы перспективы изменения образования или, возможно, построение образования и сохранение образования в том классическом ключе, которое существовало ранее. Вот я хотела привести в начале своего выступления слова Умберто Эко, который сказал так: «Мы больше не живем в спокойном настоящем, а все время стараемся подготовиться к будущему». И основанием для этого высказывания является то, что происходит существенная трансформация профессиональной среды, которая ставит перед человечеством, взрослым и, естественно, детьми тоже, подготовка к таким компетенциям, которые позволили ему более успешно адаптироваться. То есть ситуация такая, что человеку лениться не приходится. И еще в начале 20 века российский философ, социолог Петерим Сорокин, который затем переехал в Америку и стал американским социологом российского происхождения, очень образно по этому поводу сказал: «Мир не зал для праздно шатающихся, а великая мастерская, и человек не мешок для переваривания пищи и пустого прожигания жизни, а прежде всего творец, созидатель». Вот как раз мы и встали в ту эпоху, когда человеку лениться некогда, надо все время думать и думать о преобразованиях. Что к этому побуждает? Ну, побуждает к этому изменение труда. А наша система, любая система образования, она именно готовит человека к труду, к какой-то профессиональной деятельности. И называют три таких очень характерных изменения, которые ранее для характеристики любой профессиональной деятельности было не характерно. Первое изменение – это единство места. Если ранее человек строго фиксированно с одного времени до определенного другого времени приходил в помещение и находился там, единство места было, то сегодня можно констатировать, и это особенно нам показал период коронавируса, что работа становится дистанционной, распределенной и в пространстве, и во времени. Вторые изменения труда – это единство времени. То есть раньше все в одно время пришли, в одно время ушли. Эта характеристика труда изменяется, исчезает граница между работой, досугом, трудом и отдыхом. И третье – это единство действий, изменение труда, единство действий, которые исчезают четкие границы между различными профессиями, трансформация профессиональной среды. Деятельность носит все более междисциплинарный и внедисциплинарный характер. Это как раз
особенно это заставляет посмотреть на изменения образования в будущем. Ну и еще, что хотелось бы отметить, что касается изменения труда, это постоянный анализ стратегии развития. Одни пессимисты утверждают, что надо двигаться назад или остановиться, другие говорят о том, что невозможно остановиться. Вот этот постоянный анализ стратегии развития, который еще больше ставит нас в систему неопределенности, изменений и задает вопросы, что сделать с образованием. Подтверждением того о том, что необходимы какие-то изменения в системе образования осуществлять и осуществляют, говорит о том, что обозначаются новые цели образования детей, ну и уже реализация, уже можно как состоявшееся явление, компетентностный подход, а новые цели образования детей, естественно, ставят проблему по-новому образования педагогического коллектива, изменения этого педагогического коллектива, неважно, какого бы уровня образовательная организация не было. Какие новые цели для образования детей обозначаются? Ну, первое, если мы говорили раньше, чему учить, как учить и кого учить, то сегодня мы стоят задачи, что при организации образовательного процесса детей необходимо научить находить выход из ключевых проблем современной жизни, объяснять существующие явления действительности, разрешать аксиологические проблемы, решать проблемы, касающиеся профессионального выбора. Да еще не просто решать проблемы, касающиеся профессионального выбора, но в этот период готовить его, что жизни ему придется несколько раз осуществлять смену профессионального выбора в связи с огромной скоростью трансформации профессионального труда. На современном этапе происходит переход к другому типу труда, где важны не специализированные специальные знания и навыки, а общие компетенции, как и говорят, компетенции 21 века. По компетенциям на современном этапе идет множество дискуссий. Появляются новые компетенции, новые утверждения, новые точки зрения. Речь идет о твердых компетенциях, о мягких компетенциях. Широкое распространение получила точка зрения о том, что для детей молодого поколения 21 века важны 4 компетенции. Это критическое мышление, кооперирование, сотрудничество, коммуникативность, креативность и так далее. Есть точки зрения, которые высказывают там необходимости формирования 11 компетенций и так далее. То есть вот именно вот это быстрое изменение позиций, все-таки чему нужно учить, это еще раз подтверждает о том, что скорость изменений, которые происходят в системе образования, в социокультурной среде, просто потрясающее. И вот беглый анализ точек зрения, в которых обсуждаются вопросы, каким же компетенциям, умениям, навыкам надо учить, есть термин «навыки будущего», «навыки современности» и так далее. Трудно сказать о какой-то такой объединяющей позиции, но то, что во всех этих точках зрения присутствует ориентация на развитие у детей различных позиций самости, самообразование, самоанализ и так далее, то это говорит о том, что, видимо, это действительно будет становиться самой важной составляющей. В связи с этим обсуждаются и реализуются различные тренды современного образования, которые обозначены ЮНЕСКО. Это непрерывное образование, самостоятельность, о чем я только сказала, и другие. В контексте вот этих изменений, о которых я говорю, все больше тренд набирает экосистемный подход, который распространяется на все сферы общества. Экосистемный подход, экосистема, она исходит из, естественно, научного образования, в которой обращалось внимание. Ну, утверждают, что этот термин появился в 1935 году. Этот термин пришел из естественных наук, и он предполагает, определяется как система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания и системы связей, осуществляющей обмен между веществом и энергией. И мне кажется, именно вот эти составляющие из точки зрения биологической, что система сообществ,
связи между ними и обмен, они легли в основу утверждений и рассмотрения вопросов экосистемного подхода в образовании. Вот образовательные экосистемы или экосистемы будущего, о них в образовании, о них заговорили в начале 21 века, и появляется такой термин, как экосистема обучения. А вот Московская школа управления Сколково, они на примере более 40 образовательных экосистем всего мира показали, как трансформируется классическая система образования, как меняется организация характера обучения. Дают объяснение, почему, в общем, стал вопрос изменения, необходимости изменения классической системы образования. Вот, например, в своем выступлении на конференции Павел Лукша говорит о том, что есть всем известный термин «образовательная система», подходя к определению термина «экосистема в образовании». И утверждает, что образовательная система, с чем мы не можем не согласиться, работает именно как система, которую, как правило, выстраивает государство по стандартам, нормам и правилам. Она в каком-то смысле подобна машине по переработке сырья, а этим сырьем становятся маленькие детки, которые поступают в эту машину. И не случайно используется индустриальная метафора, потому что образовательная система возникла на индустриальном этапе развития человечества. А в связи с тем, что уже государство не может справляться в одиночку с контролем системы, то и изменения, которые происходят, это приводит к тому, что ставится вопрос об изменении организации существующей классической системы, чтобы она могла отвечать тем требованиям, которые отвечают тем изменениям, которые идут на современном этапе. Образовательная экосистема, например, Павел Лукша определяет, как это отмечает он, это в первую очередь новая управленческая парадигма организации процесса образования и подготовка людей. Это сеть сообщества учащихся и провайдеров образования, которые постоянно развиваются, эволюционируют. И вот как раз Дом творчества Фрунзенского района, осуществляя экспериментальную деятельность, включая в себя, в свою деятельность сетевые образовательные программы, как раз вот этому отвечает. Но сказать, что на сегодняшнем этапе уже устоялась какая-то точка, сформировалась парадигма экосистемного подхода, трудно. Существуют разные точки зрения на понимание экосистемы или экосистемного подхода в образовании. Но хотелось бы сказать о том, что все-таки экосистемы рассматривают как возможное будущее направление развития вообще мировой системы образования в течение 21 века. И основу экосистемного подхода составляет взаимодействие социоприродной среды, направленное на развитие личности согласно биологическим и социальным законам, и социальные связи личности с внешним миром, способствующие социальному развитию. Завершая как бы свое выступление, я хотела сказать, что целью экосистемного подхода в практической социально-педагогической деятельности ставится обеспечение взаимодействия в микро-, экзо-, мезосистемах, с помощью которых человек, дети и взрослые, а также социальные институты строят свое окружение, взаимодействуют под их влиянием, изменяются и самореализуются. Образовательная экосистема позволяет изучить особенности взаимодействия детей с семьей и ближайшим окружением, вовлечь социальное окружение детей к участию в его жизни, оказание помощи и поддержки, выявить ресурсные возможности самих детей, а также семьи. Это и есть то, на что направлено образование будущих. Если молодое поколение будет подготовлен к адаптации к изменениям в окружающей среде, ему будет легче входить в профессиональную среду и включаться в соавтора тех изменений, которые происходят. И завершить свое выступление я хотела бы словами Умберто Эко, который сказал так: «Мы больше не живем в спокойном настоящем, а все время
стараемся подготовиться к будущему. И тот, кто сумеет в большей степени угадать это будущее, а значит, к нему подготовиться, того и можно считать успешным. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, об особой роли дополнительного образования говорится во всех проектах федерального проекта образования, в целевой модели развития региональных систем дополнительного образования, в проекте концепции развития дополнительного образования до 2030 года и других стратегических документах Министерства просвещения. Основной целью дополнительного образования является создание условий для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей талантливых детей. Главный показатель для достижения этой цели – охват наших детей программами дополнительного образования. На нас с вами сделана большая ставка, и это очень большая ответственность. Выполнить заданный вектор развития сегодня может только учреждение, работа которого опирается на идеи и принципы открытого дополнительного образования. Это принцип самоопределения, принцип образовательной программы как единицы образовательного пространства, принцип образовательной задачи как основной организационной единицы, принцип формирования практического мышления как основы организации нового образовательного уклада и другие. Программа развития нашего образовательного учреждения «Открытое дополнительное образование. Образование для будущего» опирается именно на основные идеи и принципы открытого дополнительного образования. Образовательное пространство нашего учреждения выходит за рамки учреждения. Мы включаем в образовательное пространство наших сетевых, социальных партнеров, возможности сети интернет, используя потенциал нашего города, наших коллег из других регионов. Это высшие и средние профессиональные учреждения, учреждения культуры, спорта, промышленные предприятия и научно-исследовательские институты. Сегодня у нас более 65 сетевых и социальных партнеров, и география взаимодействия каждый день увеличивается. Это и Москва, и Архангельск, Тюмень, Хабаровск, Елабуга, Волгоград и другие регионы. Таким образом, для каждого обучающегося открываются новые возможности выбора образовательного пути и дальнейшего его построения. Расширяется возможность построения индивидуального образовательного маршрута. Возникает целый спектр уникальных образовательных направлений, которые возможны только в рамках открытого подхода к образовательному процессу. Основным элементом открытого образования является образовательная программа нового типа, ориентированная на формирование навыков и компетенций 21 века. Сегодня в учреждении 134 программы по всем направленностям дополнительного образования. 107 из них реализуются на бюджетной основе. Сегодня в содержание программ вносится корректировка с учетом потребностей обучающихся и их родителей, внутренних и внешних ресурсов и факторов. Так, в этом учебном году 27% образовательных программ новые. Со всеми образовательными программами нашего дворца вы можете познакомиться на портале «Петербургское образование» в системе «Навигатор», где представлена емкая и содержательная информация по каждой программе, фотоматериалы, отражающие условия реализации программы, и оригинальные логотипы. «Навигатор» дает возможность расширить открытое информационное пространство дворца, сделать его более доступным для общественности.
Все образовательные программы дворца вариативные, модульные, с использованием различных форм сетевого обучения. Разрабатываются востребованные сегодня краткосрочные образовательные программы и курсы. Сегодня сетевые образовательные программы реализуются в технической, художественной и социально-педагогических направленностях. Так, например, программа «Интернет вещей» с научно-производственной компанией «МГБОТ», программа «Академия искусств» с колледжем российской культуры, программа 3D-дизайн-проект с Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации. В программах реализуются сетевые образовательные модули, сетевые образовательные события и мероприятия. Совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики разработан сетевой образовательный модуль программы «Инженерно-компьютерное проектирование. Компьютерный инжиниринг». Данный модуль программы рассчитан на освоение инженерного и творческого направления подготовки обучающихся с использованием ресурсов сетевых партнеров и ТМО. Сегодня в сфере коллаборации «Проектное бюро» вы познакомитесь с интересными образовательными проектами и событиями, в которыми объединены несколько программ нашего дворца. Это и Павловский дворец, экоферма, Вселенная искусств, мосты нашего города. А образовательный проект «Три столицы» объединил три города – Архангельск, Санкт-Петербург и Москву. Разработаны и реализованы образовательные модули программ с использованием дистанционных технологий на базе платформы Moodle, Я-класс и Trick Studio. Расширяется и изменяется образовательное пространство. А значит, требуется новая структура и новая философия управления качеством образования, которая призвана помочь руководителю минимизировать риски и осуществить инновационное развитие организации. Мы создали модель управления качеством образования, особенностью которой является вовлечение всех участников образовательного процесса в управление качеством образования на основе стратегического контролинга по всем проблемным полям. Данная интегративная модель управления качеством опирается на принцип государственно-общественного управления. Интегративность модели проявляется в том, что механизм стратегического контролинга дает возможность оценки качества образования как внутренней, так и внешней. Данная модель в нашем учреждении работает с 2016 года, вовлекая в процесс стратегического анализа все больше педагогов, родителей и сетевых партнеров. Таким образом, мы говорим о новом качестве образования. Это и сохранность коллективов, результативное участие в престижных конкурсах и выставках, готовность обучающихся к жизни в постоянно изменяющемся обществе. Мы помним, что успех каждого ребенка – это его успех, это его результат, это его умения и навыки, которые пригодятся ему в жизни. Ежегодно более 1000 дипломов получают наши обучающиеся на конкурсах различного уровня, выступают на лучших площадках России и нашего города. На протяжении 5 лет мы принимаем участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы. Компетенция обслуживания авиационной техники». В этом непростом конкурсе обучающиеся дворца достигли высоких результатов, занимая призовые места. Более подробно опытом участия в чемпионате поделится эксперт-наставник Пушков Андрей Владимирович в сфере коллаборации «Инструментальная мастерская». Меняется научно-методическое обеспечение и сопровождение программы. Создаются новые методические комплексы, которые включают в себя новые технологии и новые цифровые образовательные ресурсы. Опыт отделов представлен на нашем YouTube-канале «Дворец Лайф».
В открытом образовании меняется роль педагога и появляются новые функции – организатора, тьютора, проектировщика, наставника. Важна готовность педагога в работе в новых условиях и непрерывном профессиональном развитии. В учреждении разработана и внедряется программа и целевая модель наставничества. Более подробно вы можете познакомиться с ней на сайте наставничества нашего учреждения и выступлении куратора программы в сфере коллаборации «Инструментальная мастерская». Сегодня во дворце работают 99 педагогов дополнительного образования. 65% из них имеют первую и высшую квалификационную категорию. Свой инновационный опыт педагоги ежегодно представляют на конференциях и профессиональных конкурсах, публикуют в журналах и сборниках. Одним из важных компонентов открытого образования является безопасность всех участников образовательного процесса. Мы работаем сегодня по системе смешанного обучения с соблюдением стандарта безопасности деятельности и чек-листа по всем направленностям. Много лет мы являлись региональной и федеральной инновационной площадкой, транслировали свой опыт в Санкт-Петербурге и других регионах России, Архангельске, Карелии, в Хабаровском крае, Томске, в Тюменской области, Республике Крым, Калининграде. Мы участники всероссийских конференций в городе Москве по дополнительному образованию. Сегодня дворец, как ресурсный центр дополнительного образования, реализует модульную вариативную программу повышения профессионального мастерства и методической поддержки для педагогических работников учреждений и отделов дополнительного образования города. В этом году совместно с информационно-методическим центром Фрунзенского района была реализована сетевая дополнительная профессиональная программа «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ инновационных проектов». По итогам программы были разработаны 25 инновационных проектов. Седьмой год дворец является организатором открытого межрегионального конкурса лучших практик сетевого взаимодействия. Этот конкурс проходит совместно с РГПУ имени Герцена по согласованию с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Конкурс объединил всех заинтересованных в развитии сетевого взаимодействия в дополнительном образовании, внедряющих новые модели сетевых образовательных программ. За 7 лет в конкурсе приняли участие более 250 человек из 8 регионов Российской Федерации. Познакомиться со всеми нашими образовательными проектами вы можете на сайте нашего дворца в разделе «Образование», а также на YouTube-канале «Дворец Лайф». Мы убеждены, что только вместе мы можем достичь высоких результатов качества образования, ведь будущее создаем вместе. Уважаемые коллеги, мы открыты для сотрудничества и всегда ждем вас в нашем учреждении. И я приглашаю к нашему разговору наших сетевых партнеров, нашу коллегу Пичугову Веру Александровну, кандидата психологических наук. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления обозначена как «Навыки 21 века. Ресурсы и технологии». И я хотела бы вас пригласить к размышлению о том, какие же все-таки навыки будут востребованы. И как, самое главное, что мы можем сделать в системе образования и дополнительного образования в частности. Ни для кого не секрет, что в настоящее время образование, ориентируя на развитие способностей ребенка для жизнедеятельности в сложном, постоянно меняющемся мире. В некоторых выступлениях и публикациях часто встречается положение о том, что в системе образования необходимо развивать такие способности ребенка, чтобы он подстраивался под этот мир.
Мне это выражение не нравится, что человек должен подстраиваться под этот мир. Мне больше импонирует термин «творчески подходить к тем условиям, в которых живешь и работаешь». Потому что если творчески подходить, то любую проблему в личной жизни, в работе, учебе можно воспринимать как некую игру с преодолением трудностей и препятствий. Но здесь возникает главный вопрос. Каким образом современная система образования должна развивать способности ребенка, чтобы он чувствовал себя успешным в сложном, да еще в постоянно меняющемся мире, да еще творчески подходил к жизни и решению возникающих проблем. Позволю напомнить нашим участникам о тех навыках, о которых мы в последнее время часто говорим. Это жесткие и мягкие навыки. Под жесткими навыками мы понимаем способность выполнять конкретную работу, результат которой мы можем проверить или измерить. К мягким навыкам мы относим навыки, проявления которых сложно отследить, сложно продемонстрировать и наглядно увидеть. Например, управление временем. Как отследить, могу я управлять временем или не могу? Или способность эффективно взаимодействовать с людьми. То есть здесь можно заложить разные критерии. В отличие от жестких навыков, которые применяются в конкретной узкой сфере, мягкие навыки распространяются на различные сферы деятельности и употребляются в широких контекстах. Но, к сожалению, в большинстве существующих образовательных программ основной упор все-таки делается на формирование жестких навыков, а различные мягкие навыки лишь дополняют образовательную программу. И соотношение жестких и мягких навыков можно представить в виде двуслойной матрешки, которая представлена на слайде. Внутри будут находиться жесткие навыки, ну понятно, в зависимости от тех или иных компетенций, а снаружи мягкие навыки. Но в недавнем прошлом мы все понимаем, что для успешности в профессиональной деятельности достаточно было овладеть на высоком уровне именно жесткими навыками. О мягких навыках мы заговорили в 21 веке, в том числе в контексте совладания человека с современными вызовами, которые характерны для современного общества. И по мнению социологов и политологов, в настоящее время существуют три так называемых 3D-вызова – демографический, демократический и динамический. Если мы говорим о демократическом вызове, это все, что связано с вынужденными переселенцами, с миграцией, с национальными отношениями. Демократические вызовы – это обеспечение условий для нормального функционирования социальных институтов, уважение прав, защищенность. Ну а динамический вызов – это стремительность тех изменений, в которых мы проживаем, огромная скорость изменения социального, политического и экономического уклада. И именно современные вызовы, с моей точки зрения, обусловили острую необходимость формирования мягких навыков. В настоящее время в системе образования, а в системе дополнительного образования особенно, заложен огромный потенциал или ресурс развития для формирования мягких навыков. Это и сетевое взаимодействие, это и цифровые технологии, это и индивидуальная образовательная программа, это и потенциал детских общественных организаций, это сетевые сообщества. То есть ряд можно продолжать. На примере сетевого взаимодействия я хочу продемонстрировать возможность формирования мягких навыков у всех участников через призму межрегионального конкурса сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительной программы, где я являюсь экспертом в течение нескольких лет. Ежегодно экспертному сообществу и всей педагогической общественности участниками конкурса предъявляются уникальные образовательные технологии с точки зрения формирования мягких навыков. Я позволю себе остановиться на некоторых из них. Я предложу буквально несколько проектов, которые вот мне как эксперту запомнились. Это проект, образовательный проект «Сетевой шаг навстречу» Центра внешкольной работы Калининского района,
Основная идея проекта заключается в создании творческих работ детьми ЦВР и детей-инвалидов Центра социальной реабилитации. Работы проходили в рамках изобразительного творчества. И в дальнейшем на базе этих работ происходило распространение лотерейных билетов в каждом регионе на территории Российской Федерации проводниками поездов дальнего следования. По итогам реализации этих билетов 50% от продаж отчислялись фонд «Линия жизни», где полученные средства поступали на оказание помощи детям, включенных в благотворительную программу. Следующий проект, на котором бы я хотела остановиться, это аэрокосмическая школа, которая реализовывалась учреждением дополнительного образования «Китиш плюс». Проект создан был в целях отбора одаренной молодежи для целевого приема в Государственный университет космического приборостроения. Но самое интересное, что в рамках сетевого взаимодействия с учреждением доп. Образования взаимодействовали лучшие предприятия и организации города, которые работают в аэрокосмической отрасли. С 2013 года учреждение предоставляет дополнительную общеобразовательную программу «Аэрокосмическая школа». Еще интересен проект Дворца Фрунзенского района и Российского колледжа традиционной культуры «От увлечения к мастерству», где в рамках сетевого проекта ребята могли действительно реализовать свои возможности на базе Российского колледжа традиционной культуры. То есть тех ресурсов, которых было недостаточно на базе учреждения, эти ресурсы с удовольствием предоставил колледж традиционной культуры. И последний проект, на котором я хотела бы остановиться, это проект сетевой Дома детского творчества «Преображенский», сводный детско-юношеский хор Центрального района и Центрального Благочиния, где основной идеей проекта являлось объединение потенциала участников проекта для сохранения и развития лучших традиций отечественного музыкального искусства. Очевидно, что для того, чтобы запустить эти проекты, организаторы включили огромные и личностные, и организационные ресурсы, и мягкие навыки, и коммуникативность, и командную работу, и так далее. Для кого-то участие в проектах было процессом развития собственных мягких навыков. Для детей, несомненно, за счет расширения образовательного пространства необходимо было выстраивать новое для себя взаимодействие с другими ребятами, педагогами и другими участниками сетевого взаимодействия. А это, в свою очередь, и есть создание условий для формирования мягких навыков. На примере нескольких образовательных технологий я проиллюстрировала уникальность сетевого взаимодействия с точки зрения формирования мягких навыков. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, наша пленарная часть завершилась, и я приглашаю принять участие в работе сфер коллаборации.